что сделать для того, чтобы команде было легче, комфортнее, удобнее достигать тех результатов, которые нам нужны. На вот этом графике, который здесь есть у нас на картинке, возможно, что кто-то из вас уже видел его, возможно, что кто-то знаком с этой моделью ситуативного лидерства. В моей практике она очень многим менеджерам помогала действительно немножко лучше понять своих сотрудников и помочь им достигать тех результатов, которые нужны. Что мы здесь видим? На этой картинке мы видим две шкалы. Это шкала мотивации и шкала знаний. Тех знаний и той мотивации, которыми обладает наш сотрудник. То есть это ориентация на поведение и ориентация на задачи и ориентация на отношения с нашими тим-мемберами. В каждом случае, имея людей разного уровня зрелости, разного уровня компетенции, мы выбираем для себя определенный подход, который нам нужен.